Всем привет, с вами Джамбо Макс, и сегодня я вам расскажу про игры 2018 года, которые не оправдали моих ожиданий. Да, я недавно делал ролик про топ-5 игр, которые мне понравились, кто не смотрел, посмотрите, ну а сейчас я хочу поделиться с вами обратной стороной этого года, от которых я ждал что-то больше, чем получил. И опять же предупреждение, это личное мое мнение, поэтому не сердитесь, если оно не совпало с вашим. Каждая игра кому-то нравится, а кому-то нет, и в этом ничего нет плохого. И в связи с этим напишите свой список игр, которые не оправдали ваших ожиданий в этом году. Или же напишите свое мнение на этот счет по той или иной игре. Давайте начнем. А начнем мы с игры под названием PUBG. Да, я понимаю, что по сути она вышла на Xbox еще в конце 2017 года, но все-таки якобы официально она вышла в сентябре 2018. Не хочу трогать смысл игры, ибо он хайповый в этом году, Battle Royale, все дела, в общем он на самом деле прикольный, если честно. Но что мне не понравилось в этой игре, так это оптимизация через жопу. Когда я покупал игру, я в принципе понимал, что в бета-версии ничего хорошего не будет, ибо это бета. Но после официального релиза игра все еще ужасно выглядит и плохо играется, и игроков все еще кормят какими-то сказочными ожиданиями, что якобы там будет 60 FPS, что игра будет классно работать и так далее. Многие опять скажут, у меня она играется офигенно, а ты несешь бред. На самом деле нифига не бред, и вам очень повезло, если она у вас хорошо играется. Да, у меня нет X-версии Хуана, который бы выдавал более лучшую картинку, но ребят, давайте будем честны. PUBG это не такая требовательная игра, не такая масштабная, масштабная и красивая, чтобы ее не тянул обычный Хуан. Тот же Fortnite играется намного лучше, чем PUBG. И это дело не в мощности консолей, а дело в оптимизации. Знаете, может быть это и глупо, но я надеялся, что официальный релиз PUBG реально будет прикольной игрушкой на консолях. Но увы. Тем более она стоила 2к на старте, и это слишком много за этот неоптимизированный проект. До сих пор жалею, что повелся на этот хайп и купил эту игру. Следующей игрой, которая стала для меня неким провалом, это Море воров. Да, я все еще люблю эту игру и поигрываю в нее, когда у меня есть подписка Xbox Game Pass, но к сожалению эта игра для меня является пустой и бессмысленной. Да, в ней есть харизма, прикольная механика, клевые взаимодействия и бесконечно интересные ситуации, но опять же, будем честны, за проект просили 4К, а в самой игре ничего по сути и не было, кроме вашего воображения. И сами же эти веселые ситуации — это все еще плод вашего воображения и попытка сам себя развеселить. Это песочница, в ней не должно быть цели, да, вы правы, но лично я не вижу в ней никакого смысла вообще. Игра не заставляет тебя заходить туда снова и снова. Да, появляется интересное обновление, но пройдя квест, ты опять провалишься в бездну бессмысленности и всегда задаешься вопросом, и для чего я это делаю? Да, на самом деле просто так, потому что это нравится. Опять же, понимая, что с каждым новым обновлением игра становится все интереснее, но опять же, почему разрабы не добавили многое в начало и не выпустили партию потом? Это реальный вопрос. Также в этой игре мне не очень понравился баланс между ПК игроками. За счет мыши многие игроки становятся тупо неуязвимыми, а отключить кроссплей просто нельзя. Поэтому если игроки на геймпаде встречают ПКшников, которые кроме мыши иногда имеют и читы, просто теряют свой заработанный лут и погибают. Считаю это неправильно и можно было как-то урегулировать, но увы. Battlefield 5. Я не знаю как вы, но я лично ждал эту игру. Думал, что она будет такой же клевой, как и первая часть, но что-то видимо пошло не так. Игра получилась сырой, неатмосферной и без души. Если же первая часть была симулятором войны, то пятая часть для меня лишь аркадная пародия первой. Да, в игре есть свои новые фишки, но лично для меня эту игру не спасло. В нее не хочется играть, так как я уже по горло наигрался в первую. Да, возможно обновление все исправит, ибо обещали королевскую битву, но так или иначе она не оправдала моих ожиданий и, на мой взгляд, получилась куда хуже, чем первая часть. Также в свой топ игр, которые не оправдали моих ожиданий, хотел добавить State of Decay 2, но о ней я вообще не хочу говорить, поскольку я ее с первого дня больше не включал, и она мне просто ужасно не понравилась. Да, я ждал, я хотел в нее поиграть, но понял, что это просто не моя игра. Вот как-то так. Обязательно напишите свой топ игр, которые не оправдали ваших ожиданий в 2018 году, и напишите свое мнение о тех играх, которые я перечислил. Мало ли они вам зашли, ведь все на вкус и цвет. Если понравилось видео, не забывай поставить лайк, подписаться на канал, чтобы быть в курсе следующих видео, и большое спасибо за просмотр. Надеюсь, в 2019 году таких игр станет еще меньше.